Лаврок – замечательная штука, особенно если эта музыка исполняется качественно. Сегодня в Zeppelin Music «Седьмое солнце». Парни, которые не очень любят, когда к их творчеству применяется оборот «love», но по факту, впрочем, через минуту вы сами все увидите. Группа образовалась в 2011-м с подачи Кирилла Крамаренко. Ярко выраженной стилистики у коллектива в то время не было. Парни мешали все, что только можно мешать, в музыкальном плане, разумеется, и выносили свое творчество исключительно на суд друзей. И только спустя несколько лет, пройдя по своему полю с граблями, участники окончательно определились с направлением. Личные музыкальные пристрастия были сдвинуты в пользу золотой середины, которая на сегодня, собственно, и является своеобразной визиткой «Седьмого солнца». У группы в обойме два полноценных альбома, два клипа и солидный багаж концертных выступлений по всей Украине. Средняя возрастная категория на их концертах 23-25, при том, что сами музыканты уже отнюдь не мальчики. Это я в возрасте. В настоящее время группа собирается с силами, дабы нынешней осенью порадовать своих поклонников новым альбомом. Сей процесс предусматривает как заработок денежных знаков для записи, так и создание нового материала. Что из этого выйдет, узнаем через 2-3 месяца. Пока же втрачаешь «Седьмое солнце». Це не для нас, і мрії не для тих, хто не вірить в них. Я втрачаю, ти втрачаєш мене. Ти втрачаєш. Що був давно за посмішками долі, два птаха у неволі. Та горить в наших серцях кохання, що до смерті, з надією у серці.